Кранов. Я уверен, что есть болельщики Карлсруэ и у нас в России, ну и во многих других странах мира. А здесь опасная атака нарисуется у Санкт Паули, и она становится голевой. Если здесь не было никаких нарушений правил, то этот гол Даниэль Кофи Кьере запишет на свой счет, и это будет для него второй мяч в этом сезоне. Ну и 11-й в целом в футболке Санкт-Паули. Смотрим еще раз. Борьба здесь в опасной для Карлсруэ зоне. Эта борьба была проиграна. И здесь катит параллельно бегущему Кьеру Бургшталер. И мяч в итоге отскакивает уже этими микрорикошетами. Похоже, в ногу Кьере. И это 3-0.